Алло? Татьяна, я заехал, объясняйте, как вас найти. Вы знаете что, 9, как говорится, 9В, у нас там на углу номер дома написан, вот, до детской площадки. Вы доедете до детской площадки, потом после знака пешеходного перехода вам нужно повернуть направо. Вот, это, наверное, вы, да? Это ваша машина едет? Вот, где вот он ехал сейчас, вот на эту линию вам нужно повернуть. После вот этого, так скажем, горки такой детской, повернуть налево и почти до конца. Да. Выезжайте, я вас увижу в окно. Да, вы сейчас едете не спеша, я уже фары вижу. Вот, все, заворачивайте налево. Ваша такая вот эта машина светлая, да? Направо, направо. Направо заворачивайте. Ну, вы знаете что, здесь вот, вот у вас таски. Ну да, так а там других машин нету. Да, сюда, наверное. Да, у вас светлая машина, да? Светлая, металлик цвета. Ну вот вы уже въехали, да? Это вы вот едете по этой по просеке, да? Ну вот, в окно. Вот, у меня прям здесь этой двери внизу нету, так что подъезжайте, я вас жду.